Добрый день, уважаемые семиклассники. Продолжаем работать по учебнику. Берем раздел 9b и тема урока Can I help you? Products and shops. Открываем учебник на странице 88 и первое задание такое. Where would you buy the items in the pictures? Где бы вы смогли купить вот эти вот продукты? Ну, не продукты, а эти вещи. Crayons, это мелки, ring, кольцо, hooded sweater, это худи, first aid kit, аптечка первой помощи, diary, это ежедневник, toothbrush, зубная щетка, swimsuit, купальник, sunglasses, очки, камера, socks, носки, teddy bear, медвежонок, basketball, это баскетбольный мяч. Чтобы мы ответили на этот вопрос, нам необходимо вспомнить магазины, названия магазинов. Now, the first is clothes shop, магазин одежды. The next, toy shop, магазин игрушек. Electronic shop, электроника. Sport shop, спортивные товары. Chemists, это аптека. Еще раз произношение. Chemists. Jewelers. Ювелирные украшения. Opticians. Это оптика, где продают очки. И возвращаемся к этому же упражнению. Что нам нужно сделать? Здесь список магазинов. Нам нужно раскидать покупки по магазинам. Плюс в каждый магазин добавляем еще по 3 покупки. Это первое упражнение. Следующее упражнение, чтобы нам сделать следующее упражнение, нам нужно знать лексику по теме магазины. Cashier – кассир, manager – управляющий, shop assistant – продавец, security guard – охранник, cleaner – уборщик, уборщица, staff – персонал и... Во втором упражнении у вас будет экстра став, это дополнительный персонал. Customer – покупатель, queue – очередь. Вот посмотрите на второе упражнение, что нужно сделать. Во-первых, первая половина упражнения – это соединить продавцов, соединить работников магазина с их обязанностью. Вот, например, cashier. Кэши. Смотрим, что здесь. People pay me money. Люди платят мне деньги. Значит, уже первое мы сделали. И вторая половина упражнения. Здесь эти же слова из первого столбика нужно раскидать по предложениям. Это второе задание. И третье задание. Небольшой диалог. Я сейчас его прочитаю. Диалог проходит в сувенирной лавке. Good afternoon, can I help you? Good afternoon, I want to buy a souvenir. How about this souvenir plate? That's a good idea. How much is it? It's £4. Can I have two, please? Sure, that's £8. Here you are. Can I pack them? Sure, thanks. Что нужно сделать с этим диалогом? Во-первых, его прочитать несколько раз и выучить наизусть. Спасибо за внимание. Еще раз повторяю ваше домашнее задание. Упражнение первое. Выписать названия магазинов. Выучить их. Расписать товары в магазинах, те, которые нарисованы в первом упражнении. Плюс добавить еще по 3 слова своих. Второе упражнение. Нужно сделать 2 части. Первое – соединить слова с какими-то расшифровками во второй половине. И вторая половина упражнения – вставить эти слова в предложение. И третье задание – выучить наизусть диалог, снять видеофайл и отправить учителям по Вайберу. Спасибо за внимание. До свидания. На этом наш урок закончился.
Встретимся в дальнейшем.